Каждую субботу и воскресенье тысячи жителей Петрозаводска отправляются в пойму реки Лососинки и другие заповедные лыжные места. Активный отдых на лоне природы, физическая культура – это залог здоровья. А для многих это еще и начало пути в большой спорт. На карельской земле физкультура и спорт в большом почете. Вот уже второй год здесь проводится спортивный праздник «Онежские старты». С открытием этого праздника физкультурников поздравил секретарь карельского обкома партии товарищ Киуру. И вот соревнования начались. В лыжных эстафетах старт для всех команд дается одновременно. Поэтому тактика на первом этапе предельно проста. Вырваться вперед на оперативный простор и постараться удержать свое преимущество до передачи эстафеты. Женщины бежали 4 этапа по 5 километров. А вот у мужчин путь подлиннее. 4жды по 10 километров. Да и трасса у них была посложнее. Массовость и мастерство. Под этим лозунгом проходил традиционный зимний спортивный праздник. По всей республике на различных отборочных соревнованиях право выступить в финале онежских стартов оспаривали 150 тысяч физкультурников. И среди лучших сильнейшими оказались лыжники Мончегорской спортивной школы. Они выступали под номером 28. Вслед за ними финишировали команды Октябрьского и Ленинского районов Петрозаводска.